как отсекание головы или что-то непонятное такое, то есть движение, некое движение. Но суть в том, что на самом деле острие идет по уровню глаз, а вовсе не по уровню там чего-то еще. Понятно? То есть первое движение, оно ослепляющее в прямом смысле этого слова. То есть в лучшем случае он зажмурится. То есть если мы его не секанем по глазам. То есть, и обратное движение, видите, острие остается направленным на лицо. То есть короткое движение, вполне настоящее, это бакен, да? А если это будет острая вещь, то понятно. То есть изменение камая, опять же, оно ничем особо не будет. То есть не нужно воспринимать позиции или вытягивание как нечто, то есть я это просто выхватил. Просто выхватил и все. То есть первое движение должно идти. И не уводить его там непонятно куда. То есть, оп, то есть ты очень контролируемо все. Понимаешь? Уловили как? То есть не нужно делать. Понятно? То есть делайте четче. То есть, и он уже под вашим контролем. Понимаешь? То есть вам не надо, то есть фактически любое движение, никуда не уже. То есть как фактически под прицелом. Понятно? Да. Если правильная дистанция. То есть не имеет смысла вынимать меч каким-то хитрым движением, вы его можете вынуть просто, если я стою на такой дистанции. Для чего мне его картинно выхватывать, непонятно. То есть я могу его просто вынуть. И там пойти куда. Понимаете? То есть не имеет смысла делать яйнуки, стоя на 5 метрах от противника. Зачем я это сделал? Красиво? Единственное, знаешь. Попробуй.